вами канал улицы Москвы. И мы прогуляемся по старому Пименовскому переулку от Тверской улицы к Малой Дмитровке. Мариотт Гранд Отель здесь вот. Чтобы она так вот далее пойдем. Так, Воротниковский переулочек пересекаем. В южном направлении к Дегтярному переулку. В северном к Садовому кольцу, к улице Садовая Триумфальная. И вот этот дом 1750 года. Вот мы тут были как раз, когда были на Воротниковском переулке. XVIII века дом. Например, городская усадьба 1815 года. О, очень древние. Ну, этот дом, конечно, явно более новый. Сталинка или где-то годов 30-х. Ну и естественно, здесь кто-то дожил. На каждом доме очень много различных
портретов, бюстов с описанием, когда жил, какие годы тот или иной известный человек. Ну, такая вот особенность Тверского района, да и не только, и прилегающих, того же Пресненского. Ну, а мы тем временем подходим к Малой Дмитровке.